Мне, честно говоря, изначально кажется, что Джуман будет бороться в этом поединке. Ну, все, посмотрим. Джумана очень хороший бокс. Мне нравится его бокс. Но для маленьких перчаток чуть нужно его... адаптировать еще. Да. Здесь, конечно, учитывая, что, как ты, я так понимаю, предполагаешь, что Джуман может много на себя урона принимать, именно в этот момент как раз-таки на стороне Азизхана антропометрия. У него длиннее рычаги, как раз-таки может держать на дистанции и этот самый урон выдавать. Ну, мы посмотрим, у кого что получится. Сократить дистанцию у Джумана или же Азизхана расстреливать издалека. Да, но Азизхан реально, ну, смотри, руки, ноги, все длиннее. Да, очень преимуществ больше намного. Единственное преимущество, но огромное преимущество у Джумана. Джумана, да. Это, я думаю, в опыте. Потому что у него, я думаю, любительский опыт по боксу большой. И в профессионалах, наверное, побольше поработал. Да, но учитывая, что Азизхан также много поединков проводил еще не только по ММА, но вот именно по, например, боксу в ММА-перчатках, а это все равно, когда ты концентрируешься на одном виде спорта, тебе потом сложно совмещать с другим. Пару увесистых попаданий от Джумана было. А он, кстати, контрит, он выжидает, смотрите. Ну, как раз чисто видно, боксерская техника сейчас была в этом эпизоде. Хорошо уклонился, потом сайдстеп и продолжил свою атаку Джуман. Мне кажется, он будет боксом своим пользоваться сейчас. О, сейчас хайкик-то, по-моему, залетел слева, но выдержал этот удар Джуман. Азизхан так хорошо выцелил, и в момент, когда подопустил ручку, Жумабеков пробил. Азизхану надо ногами работать побольше. Использовать вот фронт-кики, да, типы пробивать. Хотя бы просто выкидывать по рукам, чтобы тормозить руки Жумана. Вот, например, так, да. Но бокс Жумана очень красивый. Я вообще фанат, может, от его бокса. Тайминг хороший, очень да, сильно видно. Он красиво это делает. Пока даже и не думает подключать борьбу Жуман.